Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет видео по запросу, как он будет себя вести, если я уйду. Загадайте, задумайте своего мужчину, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Итак, сначала мы посмотрим, в каких энергиях мужчина, в каких энергиях вы, какие отношения между вами. Так, метафорические карты, мужчина. А вы? Что между вами сейчас? И Таро. Мужчина. А вы? Что между вами? Но мужчина себя чувствует свободным таким, легко. Ему сейчас легко, свободно. Также он может сейчас что-то изучать, либо на самом деле учится, либо изучает что-то новое для себя. А для некоторых даже может быть эзотерику. Возможно, он также интересуется гороскопами, картами Таро, также смотрит расклады, но вот чем-то таким вот он интересуется. Также на данный момент для некоторой части аудитории мужчина может находиться на расстоянии, далеко, либо он общается по интернету, но также показывает, что он... Для него важна семья, он находится, возможно, в семье. Ну и есть небольшие траты финансовые. Ну, возможно, просто в магазин за продуктами пошел. Самое элементарное. Еще какой мужчина? Маг, манипулятор. Мужчина с хорошей такой насыщенной энергией. У него есть дар убеждения. Может подчинять своей воле. В настоящее время у него могут какие-то дела идти успешно. Он что-то задумал, и сейчас он свою задумку может воплотить в реальность. Также во многих делах он инициативный, активный, берет в свои руки все дела. Очень привлекательный, очаровательный человек. Его к нему тянет людей как магнит. К нему притягиваются люди противоположного пола. Также в отношениях он может делать первый шаг сам. И считает вообще, что мужчина должен первым идти навстречу, как бы первым делать шаги. Он вообще грамотно подходит к отношениям. Всегда он контролирует свои действия, легко может разрешать конфликты. Он стремится направить свои как бы чувства, контролирует их в нужную сторону. А вы? У вас есть некое искушение сейчас. Тем не менее, вы находитесь в умеренности. Никуда не двигаетесь. Может, просто элементарно сейчас отдыхаете, но вот никуда не двигаетесь. В вашем энергополе присутствует император.
человек, мужчина, который для вас очень значим. Вы его ставите в приоритет. А также вы сейчас вы над чем-то одержали победу. Конец какого-то одного этапа и начало другого. И вот этап, который завершился, был не очень хороший, и вы входите в новое, от чего-то освобождаетесь. Давайте еще посмотрим вас. Вы ревнуете. Считайте, что у вас есть шанс на новое, на новую семью, либо на новые отношения. Да, вы можете выбирать. Но, тем не менее, вы сильная женщина. Да, у вас вы можете что-то потерять. Тем не менее, вы очень сильная женщина. Вы можете со всем справиться. Не без труда, не без борьбы. Какие отношения между вами? Для многих может проиграться рабочие отношения. Также между вами потеря, какая-то есть ложь, обман, предательство. Возможно, между вами есть другая женщина водного знака зодиака, может быть. Между вами какие-то пустые надежды. Вы потеряли свою возможность и шанс. Давайте посмотрим, что еще, какие отношения между вами. Что-то вы упустили. Вот шанс опять выпадает. Ваша встреча была не случайной. Чувства взаимны. Вмешалась женщина. Опять показывают, вмешалась женщина. Да, из-за этого у вас больное сердце. Хорошо. Итак, вопрос основной. Если я уйду, как он будет себя вести? Так, если уйдет женщина, которая смотрит расклад, как же мужчина будет себя вести? Так, возьмем одну метафорическую карту. Он будет стараться по справедливости, если у вас был брак, вернуть вас в семью. Если не было брака, то создать с вами семью, либо жить вместе. Иными словами, он по справедливости будет стараться вас вернуть. Но это как-то у него в голове еще. Думает об этом. Но самое первое выпадает, что он будет за вами следить, наблюдать, ревность, сплетни. Тем не менее, с вами он будет разговаривать, говорить уже честно, правду, так, как есть на самом деле. Как будет вести себя мужчина, если уйдет женщина, которая смотрит расклад. Ну, эмоциям будет у него, конечно. Опять ревность выпала. Будет строить планы. Как подойти, как поговорить. Подарок. Хочет подарить подарок.
будет поступать опять же правильно, честно, будет к вам двигаться со своими чувствами, эмоциями, будет идти вслепую. Да, его будут чувства и эмоции переполнять, для некоторых, может быть, будет выпивать, но показывает, что мужчина-то любит вас. Если вы его не примете, он отстранится и пойдут разрушения. Ну, желание к вам. Желание вообще победить всю эту ситуацию и интимной близости желание. Грустно, печально, обидно. Считает, что вы стабильная, очень сильная женщина, очень привлекательная, как внешне, так и внутренне. Ухоженная, любите животных. Очень сильно переживать будут. Им будет очень плохо. Действия, какие действия? Некоторая часть мужчин может выпивать. Выпивку ведет. Да, искушения будут. То есть пойдет в другую сторону. Будет заливать свое горе. Может увязываться какие-то драки, ругани. Очень тяжело ему будет. Очень тяжело без вас ему будет. Да, вы для него все. Императрица, женщина, это она включает в себя все самые лучшие качества, которые есть в женщине. По его мнению, вы самый лучший человек, которого он встречал. Он хочет, чтобы вы были его женой, чтобы вы не уходили. Он хочет быть вашим мужем, показывает. Тем не менее, между вами, чтобы это воплотилось, да, ваши отношения должны полностью поменяться, трансформироваться. То есть, какими они были раньше, они уже не будут. То есть, если вы уйдете, то ваши отношения должны поменяться. Как поменяться? Вы должны будете многое выбрать. Выбрать семью. Для некоторых даже, возможно, вы переедете. Либо вы съедетесь в одно жилье. То есть не к вам, не к нему, а вообще в другую квартиру. Либо вы поменяете город, либо вы вообще поменяете страну. Взаимные у вас чувства. Вам нужно бороться, что вам, что мужчине, за свою мечту, за свою надежду. То есть, если вы уйдете, получается, карты нам показали, что мужчину это подтолкнет на изменения, подтолкнет на то, что нужно действовать. Да, он будет сначала ревновать, следить за вами, может даже выпивать, где-то в драке какие-то ссоры, ну, что-то вести себя не очень правильно. Но если вы хотите быть вместе, вам нужно полностью поменяться. Поменять свое отношение в целом к жизни, поменять взгляды, поменять, возможно, даже окружение. Показывать, что чувства у вас взаимные, если вы хотите быть вместе, и он хочет быть с вами, то вам нужно меняться. И возможен переезд, ну, либо в совместную квартиру, там, дом, либо вообще переезд в другой город, либо в другую страну. То же самое касается, если смотрят
люди в браке. То есть также, если вы уйдете, ему нужно поменять полностью взаимоотношения в семье. То есть то, как раньше у вас складывались отношения, шла жизнь, то есть течение жизни вашей, это нужно все поменять. Иначе, то есть вы не наладите, если все не поменяете. Ну вот такой получился расклад. Спасибо за просмотр. Всего доброго.